Главный центр газового бизнеса. Довольно большой городок для этих мест. Чем-то похоже на Хьюстон. Все построено вокруг нефтезавода. Паркуйся где-нибудь. Ну да. Сейчас. Я думаю, сюда вовнутрь можем заехать. Давай, давай. Похоже на жилище Денгоса. Поищем-ка вход. Ты куда? Ну, она тут? Мне кажется, где? Думаешь, мне кажется, надо по лесам залезть. Почему так долго? О. Я ее не увидел. Действительно, почему так долго? Все, заходим? Ну, я не думаю, что тут... Если тут уже была кавьера, то я оружие не расчехляю. Да и Twitch, скорее всего, своим супердроном уже все посмотрел. Хм. Вот это, наверное, она. Нужно прорваться внутрь. Сейчас вам Радуга покажет, как это делается. У кого взрывчатка? Призраки да, она предпочитает работать тихо. Не нужна. Так. Окей, я понял. У кого, говорит, тут взрывчатка? Фото. По-моему, это Квера. Навряд ли. Зацените. Это Квера. Она точно Квера. Связана с Денгосом. Бывший парень? Бывший любовник? Явно нет. Потому что он коп? Нет. Просто давай не сейчас. Я не думаю, что она поехала его спасать. Чё там с телефоном? Проверяю. Тайна, если ты меня слышишь, возьми трубку. Я в беде. А, Санта-Бланка узнали, что я из федеральной полиции. Я сбежал, но они меня поймали и сейчас держат в Либертатском институте химии. Я украл телефон, но должен его выбросить. Если они его найдут, я не знаю, сколько у меня времени. Пожалуйста, вытащи своего братишку еще один раз. Эти это люди, брат? Они звери. Угу. Пожалуйста, поторопись. Таина. Дай угадаю. Так зовут Кавейру. Она приехала сюда спасти брата от Санта-Бланки. Это сообщение уже было прослушано. Кавейра. Она знает, что Денгоса в институте. Нам надо шевелить булками. Блять. Надо шевелить. Сейчас, входящий. У нас новые сведения о Денгоса. Он облажался по-крупному, пока работал на Санта-Бланку. И теперь он у них в плену. У этих он долго не протянет. Надо поторапливаться. Что-нибудь еще? Да. Его настоящее имя. Имя Жуау Перейра. Перейра? Так это... Да. Кавейра, его старшая сестра. Картель держит его в Либертатском институте химии. Нам туда. Так, командир, как машину? Тормозим. Оставляем на дороге или? Да. Сори. Слишком резко. Никого не вижу. Угу. Ну, походу, она уже здесь тоже. Да. Да-да-да, она и тут побывала. Ладно, я засекла сигнал Кавейры. Повеселимся. Ебать, она жестко. Это твой последний вдох, тварь. Это наша. Вот девочка. Она. Давай, колись. Расколоть вашего союзника было несложно, но я сумела развлечься. Кавейра. А вы, блин, кто? Мы призраки. Радуга прислала нас за тобой. Идите лесом. Я никуда не уйду. Окей. У этих уродов мой брат. Ты же не будешь драться с ними в одиночку. О, ладненько. Намечается вечеринка. И
Я всегда говорила, что нужно чаще выходить в люди. Но не это я имела в виду. Я не хотела тебя впутывать. Без неприятностей было бы скучно. Вижу цель, всего 15. Я повыше и разведаю. Сообщу, если что-то обнаружу. Я пока вдоль дороги иду. Угу. Я тебя всех отметил уже. Угу. Все, разведка приведена, вроде как. С Каверой иду. Там он на дороге, видишь, трое идут. Сможем снять? Ну, а, блядь, далеко, вообще не рядом. Ты без поддержки. Понял. Вижу 20 целей. 20. Они, может, разделятся? Сейчас попробую пройти. По идее, я смогу за... Ну, задан... С заднего на перед. Короче, я пробую. Блядь. Ой, шевели. Есть. Снял 4. Все чисто? Да. Прохожу дальше. Ладно, я тогда пошел на крышу на свой. Угу. Здесь двое на дороге. Тоже не сможешь, да, помочь? Ты там один. Я пока занимаю позицию. Подожди. Угу. Готово, снял двоих. Ты можешь пока не это. Прохожу, не прохожу. Торопиться. Твою мать! Контакт с целью! Хватит, они там орут. Тихо. Снайпер на крыше меня палит. Палил. Так... Ага, снял. Всё. Ты его ёбнул. На парковке очень много. И там еще ты не всех, да? Там кто-то сзади еще есть. Вон, я вижу, 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 вижу его. Ты его снимешь. Угу. Блять. Типа, если что, я прикрою. Понял. Он того не сможешь самого дальнего снять? Оу, бля. Сейчас попробуем, короче, мув момент, да? 200. Убил. Хорош. Что у тебя-то? Пока не видят, но они подозревают. Трупы повсюду. Я думаю, они что-то поймут. Вот тут пачка, видишь? Да, вижу. Блять, ты начал, да? Да. Пошла жара. Повстанцам звоню. Мы вызвали подкрепление повстанцев. Понял, амиго. Отправляю арт-группу. Глушитель снимаю, я пошел, короче, в бой. Я всех у себя поснимал к хуям. У меня тут трое еще. С броней на меня выходит. Сука. Че, я подхожу к тебе? Да, давай сюда. Угу, сам достаю свою. Так, Кавера со мной. Мили пуколку. Я тут. Надо снаружи сначала зачистить. Да, давай сзади обходим, я тоже прохожу. Передо мной челик, сейчас сниму нахуй. Снял одного. Угу. Все, он труп. Все, так, теперь чистую. Точку входа ищем. У меня тут сзади есть одна. Можем изнутри пройти, слышишь? Вот, вот здесь вот. Дверь из радуги, блядь, чистая. Готов? Подожди. Давай флешечку туда сначала. А где C4-то, блядь? Может, флешку просто? Мне кажется, эти доски и без C4 пробьем. У C4 рейндж большой. Ладно, так. Окей, у меня есть... Готов? Я сейчас кидаю, ты стреляешь в дверь. Раз. Два, три. Бросаю светошумовую. Одного снял. Сзади. Сзади. Хорош. Не добил кого-то. Тихо, ебал. Убил. Бронированный, справа был. Угу. Прохожу. Ага. Сзади, блядь, сверху. Угу. Ох, они ебут. Подожди, блядь, с этим справится моя винтовочка, нахуй. Сейчас. Беги нахуй. Блядь. Вот здесь еще дверь. Запах. Здесь, осторожно. Накину флешку. Есть время, стреляй. Сейчас как глушитель снять. Там слева написано. Снизу проходим. А для тебя кое-что... Угу. Поднимите, но зачистили. Здесь лестница. Я тогда отсюда наверх. Я пойду. Пошел, ладно, аккуратно. Угу. Я зашел.
снял нахуй. Я хожу выше. Ебать, им прыгуны нахуй. Он должен быть здесь. Сколько нет, не надо по мне. На третьем этаже. Смотри, куда стреляешь, брат, и ёбни. Хорошо. Бать, там где-то шутированный. Я не знаю, он по идее будет связан или еще что-нибудь. Он же типа как-то... Я выше прохожу. Да блять, он и сам нахуй не дурак, вроде спецназа челик. Нашел разведданные, забираю. Вера есть вроде тут со мной прикрывает. Ты нашел? Нет, включаем. Третий этаж чисто. Я на другом. Блять. Ебать! Я тут один нахуй. Я здесь, в этой комнате, это я. Угу. Отлично. Перезаряжаюсь. Сука, надо магазин было и побольше, по идее, прилепить. Ну что? Ну, мало осталось вот. С флешки возьму. Выше еще идем. Сейчас, подожди. Этот этаж. Кавьеру. Они забаррикадировали. И че, она не идет? Все, идет. Здесь, видишь, баррикада. Наверное, да. Не здесь. Флешку кидаю. Бросаю. Подожди, ты ее можешь пробить? Никого нет, не вижу. Прочная хуйня. За баррикадом кто-то есть? Значит, другой вход. Нет, там никого нет. Ага. Там лестница была. Пойдем тогда, я знаю, где можно попробовать. Подожди, тут есть этот? Маяк? Показывающий, куда стоит бежать. Сюда. А, да, я вспомнил эту хуйню, короче, подожди. Пробьешь? Ты хочешь выходить? Да, вот там туда, давай. Давай, кидай. Эй, светошумовая. Заходим. Чисто. Ну, мы вроде поднялись на этот этаж, да? Осторожно, выше, значит. Стой, 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 по лестнице не спеши, я флешку сначала закину. Чисто. Светошумовая. Ну, я уже кинул, осторожно. Да нет, в другую сторону ебанул. Так, подожди, тут челики, по-моему. Вот за этой дверью. За этими дверьми. Вон, с разных сторон. Подожди, готов? Нет. Я готов. Давай. Эй, светошумовая. Разъебал. Блять, я задела. Перед тобой разъебал. Убил. Здесь награды карте. Стоп. Блять, еще один. Повстанчик прикрыл, хорош. Ебать он мученик. Здесь медаль. Угу, все чисто. Где готов? Он? Я дверь выбиваю. Нет, ходи, не вижу. Жду, жду, жду тебя. Ты пошли. Ее... Нахуй просто. Это не туда. Ты уверен? Да, давай назад. Да. Подожди, я выбиваю, ты флешку накидываешь, понял? Готов? Давай. Бросаю следить за Денгосом. Стоп, тихо. Блять. Ага, вот он. Здрасте. Здрасте, тут со вспышкой фотографируем. О, бригада, сестренка. Классный макияж. Тихо, идем. Так, ладно, этого теперь выводим. К точке сбора надо. Надо уебывать. Машина нужна будет. Санта Бланко уже здесь. Я их задержу, насколько смогу. Встретимся на месте. Поняла. Задай им жару. Блять, походим. Я возьму на себя челиков, а ты, пожалуйста, транспорт придумай что-нибудь, как нас ебаться отсюда. Блять, хорошо. Здесь вниз еще. Нашел. Ух, нихуя, да. Подожди, надо разобраться, они едут. Сейчас эти прибегут. Я сяду за руль. Да за пушку садись. Давай. Поздно! Быстрее! Не могу, блять, сейчас. Забей хуй! Отъедь, давай, ладно. Давай, давай, давай. Не тормози, только не тормози. На выживание, нахуй. Это дерби, блядь. Нахуй. Пошли, блядь. Тихо, тихо, не сбей. Все, все. А, подожди, еще одна машина была. Ладно, давай этих просто в машину пакуем. Подъедь к ним. Ты их позвал?
Они бегут. Все, тормози, просто остановись, они прибегут. Ну? Они бегут. Они за нами бежали? Да, я же говорю, не сбеют. Там вертолет, сейчас они сядут, погнали. Они прыгают, все, жми. Готов. Валим нахуй сюда. Ёбаные кусты. Ты через них сможешь проехать? Спасибо. Не! Я знал, что ты не дашь им мне навредить. Твою мать, да что с тобой такое? Как твою тебя мать? Эту историю тебя могли убить. Ты этого не допустила. Она с детства за мной присматривает. Я устала спасать твою задницу. Где все, уёбываем. Где было подкрепление? Я был глубоко под прикрытием. Без подкрепления здесь ничего. Там кордон? Так что осторожней. Нахуй. Они там что-то ругаются. Чисто семейные разборки. Вертолет за нами еще. Ебаш. Он ракетами хуярит по нам! Пизда. Жми, 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 он с ракет бьет! Да, слышишь, там все взрывается! Жми! Не спать, я прибыл в поворот. Я устала спасать. Похуй. Че с вертолетом? Отстал. Я был глубоко под прикрытием. Все, отстал. Нахуй человека. Сейчас я хочу послушать, что они там базарят. И угнать грузовик полный денег. Я знал, что в грузовике были деньги. Кто-то на меня настучал, и мое прикрытие раскрыли. Мне пришлось спасаться. Я сел в первую попавшуюся тачку. Чувак, тебе капитально не везет. Ебать, ну просто с ракетом. С ракет по дороге. Ебать, я такое чувствую, что мы на Голливудской бизнесе снимали. Эй, просто, я слыхал, что это вашей провальной операции. Патриоты. Припоминайте? У меня свои источники. Скажи своим источникам, чтобы не совали нас в чужие дела. Патриоты засекречены. Так ты не расскажешь мне? Нет, даже с ножом у глотки. Ладно, надеюсь, ты все в порядке. Хотя кого я обманываю, блядь, что с ней случится? Ей еще в радуге, блядь. За нее еще в радуге играть. Да я в душе не ебу, что это такое. Я в лоре не копался. Если бы мечтатель был умен, блядь, он бы тоже боялся. Зуб даю, чуваки. Денгоса, держи рот на замке. Мы красиво сработали с тобой, да? Да, прям. Было охуенно. Идеальненько. Так, тормози. Все нахуй из этой машины. Спасибо за помощь. Я боялась, ты потеряешься, выбравшись за границу. Эй, она ориентируется по компасу. И оставим это между нами. Никому не нужно знать, что одна из наших агентов действовала вне юрисдикции. Простите, я не хотела устраивать вам неприятности. Оставалась бы дома. Не просите меня выбирать между долгом и семьей. Теперь, после вашего воссоединения, я бы хотела поговорить с Денгоса. Он из федеральной полиции, говорить с тобой не обязан. Говорить за тебя тоже сестра будет? Мне нужно все, что ты нарыл на Эль Суэнью. Ты знаешь, где он? Прошу простить, но я ты на вас не работаю. Ты охуел! Сек. Мы только что вытащили твою задницу из ада. Это не меняет моего ответа. Не хочу, чтобы такого милого мальчика взяли под арест и посадили в подвал, чтобы просто задать пару вопросов, на которые можно ответить и здесь. Ты угрожаешь моему брату? Я всего лишь выражаю некоторые опасения. По-дружески. Сначала я доложу своему начальству, а потом, если получу разрешение делиться данными, свяжусь с вами. К тому времени пользы от этих данных уже никакой не будет. Но доброе намерение мне зачтется? Ага, как же. Давайте отсюда выбираться, а то мы, кажется, хозяевам надоели. Можно я их ебну? Охуевшие реально. Простите, не встретили гостей, как полагается. Да уж, в
последнее время кто к нам только не заходит. Ты же это не всерьез? Про арест. Она не всерьез. Дамы, берегите себя. Аривидерчи. Арива. Почему я не с Левой в руках? У меня вопрос. Тоже Скар? Да. Боты со Скарами ходят, ладно. Мать его. Охуевший, слышь, что это сейчас было, нахуй? Я в радугу, чё, я в радугу больше не играю, никогда нахуй жизни не бойкотирую эту игру. Вообще охуевший, мы тут жопу рвем, мы тут рвем жопу. Пиздец, я ж тебе говорил, нахуй ее надо, блять, помогать ему брату. Ну кстати, 1100 экспы дали, ок. Пиздец, это вообще ебаная глупость. Что за манеры? Охуевший, блядь, я возмущен до предела, блядь. Сам нахуй, пизду, блядь. Давай я с тобой. Я отсюда выйду, блядь. Я возмущен до предела. Ладно, стой, подожди. Все хуйня. То есть, подожди, сядь. Прояснить. Нам должны были дать за эту миссию перчатки Каверы. Да, я понял, подожди. Нам их дали. Я, короче, подожди. Я что хотел сказать? У меня есть подозрение, что, короче, если одеть перчатки Каверы, то, короче, добивание добавят. Знаешь, как, ну, там и есть этот палач, типа, четко такая на руку, и она, типа, с ножом добавляет. Помнишь, ты рассказывал? Ну, да. Вот, а что, если перчатки Каверы тоже добавляют добивание? Нет. Блять, почему? Типа, давай найдем, я... давай оденем сейчас по перчаткам, найдем какого-нибудь хуесоса и вот так задушим нахуй, посмотрим, что будет. Так, стой, подожди. Я правильно понимаю, мы не едем сдавать Каверу и... Ну, она же перчатки подогнала, ладно уже. Да, в рот ебал ее перчатки, я, блядь, под пули попадал, пошла она нахуй. Нет, согласен, мечтатель, это пиздец. Алло, блядь, мечтатель, не, я, короче, прием, я могу понять телека, который, ну, типа, он из полиции, там все, надо докладывать. Ну, блядь, мы же, типа, ты улетел уже? Блядь, я перчатки одел, ты уже съебался? Блядь, я к тому, не что делал. Мы же так, мы же тоже картель хотим разъебать. Что за хуйня вообще, короче, лол, мы же не какие-то уебаны с улицы. Ну, блядь, не в юрисдикции действовал, типа, Каверри пизды вставят за то, что она его вытащила, они типа, камон. Нахуй мы им помогали, сори. Ладно, за перчатки. Пойдем найдем какие. Давай сейчас ближайших челиков и гоя проверим добивание. Хочу перчатки Каверры, блядь, вот поэтому мы им помогали. Я их не особо-то и хотел. Там вон тачка. Короче. О, во-во-во, слышишь, давай паркуй нас. Вон, смотри, два хуйпутовы стоят, да? Он, подожди, я разберусь, блядь. Не убивай, подожди. Надо подкрасться и задушить вдвоем. Я просто боюсь, знаешь что? Если я сейчас кину флешку, мы подбежим, то добивания, возможно, не будет. Ну подожди, я тебе сообщу, как, что, кого. Давай одного буду. Стой, я душу снайпера, а ты второго снимаешь. Короче, это, со стороны машины заходи и все, не парься. А похуй, давай мы вдвоем задушим. Давай, синхронно, иди сюда. Подожди. Быстрее. Короче, я душу вот этого левого. Первого. Нет, а ты правый. Мой. Блять, ладно, готов? Давай, походи, готов? Раз. Давай, я подошел. На что души? На Е. Ну, я не знаю, у тебя другая кнопка. Ёбаная Каверра, блять. Обычная добивание. Она и тут наебала. И тут наебали. Ладно, слушай, назад.